Чиновников сразу четырех регионов подозревают в искусственном завышении цен на аппараты ИВЛ. Об этом сегодня сообщили в антикоррупционной службе. Сейчас в областях проводится досудебное расследование. В регионах проводятся комплексные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление коррупционных схем при покупке медицинских аппаратов, в частности аппаратов искусственной вентиляции легких. В данном направлении зарегистрировано преступление только в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Кустанайской областях. По версии следствия, речь идет о сумме почти в 2 миллиарда тенге. Впрочем, в агентстве считают, что подобная преступная схема могла работать не только там. Сейчас ведется проверка в Алматы, Шымкенте, а также в Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областях. В этих регионах аппаратов ИВЛ купили почти на 4 миллиарда. И антикоррупционному ведомству предстоит выяснить, не завышали ли местные чиновники цены на оборудование.